площадку. Рядом партнеры. Бросок. Это Александр Баранов пытался пробить голкипера. Не получилось. Не выпускаем мы гостей из их зоны. Жеребкин. Пас на Баранова. Тот за ворот опускает шайбу. Нарулин ее подхватывает. На пятак. И... Да, есть первая шайба в сегодняшнем матче. Я так понимаю, Дмитрий Жеребкин отличился в этом моменте. Он первый едет. Вот вчера он набрал пас. Ворот Кирилла Кузьменко. Но оттуда быстро уехали. Все тот же Москалев. Очень хорошо проводит сейчас он время на площадке. Баснев за воротами. Может быть, будет бросок от Далишни. Нет. Кто-то дал пас партнера. И вот гол. 2-0. Алексей Далишня записывает на свой счет голевую передачу. А шайбу, я так понимаю, забросил Алексей Базунов. Номер 17. Шайба летит за наши ворота. Здесь Баранов и Сталев. Также Жеребкин рядом. Нарулин, Бондаренко. Решил Нарулин сам бросить, Бондаренко! Да, забрасывает! Глеб Бондаренко! Нужно, видимо, будет сейчас смотреть повтор. Арбитры первый выехал, второй должен показать. Шайба не засчитана. Не засчитана. Шайба пересекает линию ворот после их сдвига. И вот Купцов с Басневым вместе отвоевали шайбу. Купцов на Баснева. Баснев поднимается. Дальше Далишня. Снова
Базунов. Все из тройки нападения потрогали снаряд. Далишня, передача на Базунова. Гол! Алексей Базунов! Выносимся мы в чужую зону. Это был Егор Агеев. Ян Денисов. Бросок. Добавлять. Еще добавлять. И все. Забивает Егор Агеев. И... Посмотрим, получится у него снова выиграть противостояние, да? Может быть, сразу бросок от Сини. Москалев. Отлично! Красиво! Данил Москалев делает счет 5-0. Отдать передачу партнерам. Ну, так мы шайбу практически и потеряли, да. И опасный выход 1-1. Вот и Сухарь Кузьменко.